Дорогие друзья, приветствую вас на моем магическо-таро-терапевтическом канале. И сегодня мы с вами, давайте немножко поиграем. Перед вами находится 15 карт. И каждая из этих карт может показать ответ на ваш вопрос, либо на загаданное желание. Но ответы «да», «нет», «может быть», и ответ покажет будущее. То есть у вас есть возможность загадать сейчас желание, либо сбудется ситуация, или как она пройдет, но что-то вы себе сформулируете. И такие встречи можно делать часто. Мне несложно будет для вас выкладывать время от времени такой пасьянс. И давайте начнем. Сосредоточьтесь. Вы можете по цифрам загадывать, можете по картам, которые вас привлекают в определенном ряду. Счет будет вестись слева направо с верхнего ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Ну что, готовы? Итак, кто загадал первый вариант? Ответ «да». Второй вариант. Ответ покажет будущее. Третий вариант. Может быть. Четвертый вариант. Ответ «нет», отрицательный. Пятый вариант. Ответ «да». Шестой вариант. Ответ «нет». Седьмой. Может быть. Восьмой, может быть, девятый, ответ покажет будущее, десятый, ответ покажет будущее, одиннадцатый вариант, ответ покажет будущее, двенадцатый вариант, может быть, тринадцатый вариант, нет. 14 вариант. Ответ «нет». 15 вариант. Ответ «да». Ну что, мои дорогие, приятно было с вами снова встретиться. Надеюсь, вам была интересна предложенная мной игра. Назовем это так, да? Надо легко относиться такого рода предсказания. Ну, жду комментариев. До новых встреч. Пока-пока.